Грозовые тучи сгущаются над Европой. Раздоры, недоверие и соперничество грозят ввергнуть этот край в пучину войны. Всем привет! Всем привет, продолжаю я свое прохождение по Византии с Гремми Билл, так как у вас, и как обещал в прошлой серии, сегодня мы берем ужасно, там сразу же, как это не значит. Мы отправим их в ад! Нашим действием к одному. То, что наичниками. Что в нашу политику хотите? Так начнем слагать, наверное. Ворота разбиты! Нас атакуют! Нужно действовать! Это болит, как иди подальше. И подсунь. Хорошо, что на обложке защитника с собой несет. Потом от лучники мы уже отступили. Ставим от них наемников и спину и все. Да, ну и все же просматриваются. Атакуют. Стена рухнула.
Настало время покончить с врагом! Так, давай сюда. И не такую. А, на туда не стоим. Нас атакуют. Нужно действовать. Что вы такие дальнобойные, что ли? Нас атакуют! Нужно действовать! Вот так. Если стрелку побросить, не почему. Мы пробили их стену. Вперед! К победе и славе! Так, вот, стрелковый кавалерий, давайте не знаю, да, что ли. Мы захватили вражеские стены. Они расступаются. Покажите мне, что там. Они все не помнят, там где его есть нету. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Даже не кавалерии. Какого бы кавалерии ходить? Я в наемниках, там все лучники.
если туда шли, давайте туда, это отлично. Пока мы ослабляем их. Пока на штуке не стреляют, что мы знаем, не пойдет копейщик. Вот наши стрельбы. И через копейку. Я не езжу, короче, бою. Ты куда с тобой пришли? Это не знаю. Я отставил, а ты сейчас будешь кавалерию повалить. Вот сколько стреляли? 5 человек, только они не вынесли. 6 точно, все. Очень, что не по ним стоит. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Должен справиться тут. Враг потерял половину бойцов. Милорд, город захвачен. Так, мы тебя вот тоже отставить. Вот. Мандир Аурел и убит. Набиваем на карте. Победой восхитится весь христианский мир. Ужасно, я возьму. Наконец-то. А 113 человек на стреле хоть штурма. Хотим потерял 263 тысячи. Они получили то, что заслужили. Мы сокрушили врага. И 5000 много за земли ваши. И там их 70 боевого духа. Выстрел, да, когда вы тут мысли, какой минус боевого духа. Вы шутили так прибавили. Так как минус боевого духа. Так и есть. Так сразу, что вы не с тех мысли, как я не знаю.
Что мне здесь тут построено-то? Казарма дозорных. Московская городская стража. Какая болезнь есть? Посмотрим по нами, в том числе, да? По нами. Ваше Величество, с радостью, милорд. Мы будем ночевать здесь. Так, вы знаете, что тут? По поводу корабля на месте, может, я тут доберусь? Ну, Константинополь расширяет. 9600 стоит. Будем поднять по комологии, да, очень высокий. Не, 86, да, хотя бы 200. Он туда 11 тысяч планированная казна. Ну, в любом случае, я буду копить, вроде. Буду копить. Так, здесь вот еще один брат на ему. Так, он там с ним показывается. Завершаем ход. Укажите врага. Так, ищите. Живую башню поставить. Ничто не укроется от вашего взгляда. Выступаем. Слова ничто. Выходите и сражайтесь. И там скажем, там теперь выйдет. Опа, тут венгерская. Сталь мечей нас рассудит. Что прикажет? Вперед! Я укреплю. Не хотел вот этот денег, но придется укрепить. Полковники. У нас там три отряда. Три берем полочку больницы, то есть там стрелков. Да? До приказаний? Да? Это сажаем на ход. Надо делать. Хватает на расширение. Индийский империя сохранилась настолько широко, что кажется бесконечно. Вы правите самым большим государством в цивилизованном мире. Не забывайте, что центральные границы станут сложнее оборонять. Понятно, 756 на плюсе. Да. Так. Уже в пути. Плохо было, кстати, полететь в Польшу Союз. Так что на восточной границе тихо, пока тихо, тихо, а потом на плавную куда-нибудь. Генералов нет? Да? Что прикажете? Походу построить. Вперед! Да, милорд! Выступаем завтра на рассвете. Вот, пока вы кони тащите.
Ну-ка, мне показывают побольше инструменты. Слушаю. Куда мне идти? Не оставляя следов. Так, все будем копить деньги на расширение. Не смотрим. Завершаем код. Танцы пошли. Пойдем-ка. Вот так я обрала, но тут все. Вывели сразу из города свои войска. И куда-то нам улили. Ялла, султан желает вашей смерти. Даже если ко мне тоже забили. В общем, пока есть деньги, вообще на расширение. Все. Значит, потом я не расширюсь. Попробуем добраться до Закриона. На берег, воины! До приказаний? Да? Так. Да? А, вот, могу просить. Ну, все, значит, выключить. Поднять якорь! Милорд, мы продолжим путь за... Куда мы нанесем удар? Да. Сейчас мы подальше обучим. Там, блин, 6 тысяч, это там на расширение мы будем потратить. Служу тут. Выводим агентов. Милорд. Что вы хотите знать? Как это не говоришь? У вас деловые проблемы? Там где-то сложности, поэтому никого не взяли. И чья же торговля вас не устраивает? Ваше Величество, с радостью, милорд. На сегодня наш путь окончен. Так, вы пока. До приказаний. Марш! Нам будет надо, то мы соберем. И мне главное сейчас какой-то закон плюс типичный. Здесь можно очень высокие навыки сделать. Завершаем код. Какого на тебе можешь атаковать несколько походу? Я главный огонь высадил, высадил. Все на весла! Уходим! Бросаем якорь до утра! Ух ты, иди, сколько там войск. Дурные вести, мило. Мы в осаде. Да, а так где? А, ну, салоники наверняка. Да, я так подумал. Так, ну, оборона мне немножко есть, что-нибудь там делать как-то. До встречи в честном бою. Для меня будет честью победить. Сейчас все посмотрим. Не знаю, выбери вот так нанимать, если не собираю открыт. Давай. Так, нет, давайте я сначала баллисты. И кавалерия, в принципе, она бесполезная, которая не знаю. Ну, я считаю так. Ну, посмотри, какой замок еще. Так, здесь можно строить. Длинные. Надо сбивать этих. Янгов, как не в Софии.
по-моему, уже. Генерал добавить. Может, 4 генералов вам бывает. Только входа минус 8 тысяч. Ну, это еще осада. Смотри, что там за одни. Идем на врага! Оу! Куча стилей. Не то, что ты же. Танки. Не место в этих водах. Пока никого комбитер конец не выставляет, почти все не может. Ваше Величество, отличное место для битвы. 7-9. 7-9, они мне сильнее, да? Ну давайте, все равно надо. Все по местам. Атаковать. Победа будет за нами. Надо пробовать захватить его Клеон. Надо подождать. Что-то мало как не нравится мне. Так, приходит кавалерия, сразу же в одну точку. Баллисты, пойдем сюда вот. Ну, все равно сейчас не перестраивается, там все самое массовое войско. Враг получил подкрепление! Да. Оно массовое войско до этой стороны. А, ну тут у них же это... Пойти же. Вот у нас болельщик. Он не сидит отсюда. Какой здесь? Это какая-то здесь в другом направлении. Значит, что? Болельщик заворачивается. Милорд, удача отвернулась от нас. Мы должны что-то предпринять, Полиция, пока враг не себя. Закрепил успех. Сейчас нам нужно сверху и зарочим тоже сверху. Сейчас занимаемся этой группировкой. Нас атакуют. Нужно действовать. Если еще так вот сделать. Один враги бегут как трусливые псы. Победа близка. Мы убиваем. Остался открыть. Это не хвала Всевышнему. Мы пленили вражеского полководца. Пусть он посмотрит, как мы разгромим остатки его армии. Одна часть войска разбита. Это как минимальный будет для потери. У них там тоже самое точно. Отдались. Да не перестать, что нельзя.
Блин, когда мы так не видим. Ощущение, что они стоят. Да, точно. Да, мы 4 не так вот. Валиды заходим отсюда. Палец не знаю, можно тут не скончить сюда. На всякий случай. Ничего шевелили, все спасывает. Только нам сука. Это тоже сука не убегает. Валерий через сюда. Давайте два. А то я только тысячу я выберу. Один отряд есть. Удача улыбнулась. Отлично, все складывается просто в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Враг потерял половину бойцов. Хвала Всевышнему. Хвала Господу. Враги бегут, как трусливые псы. Хотел на ответ вообще не взять. Продолжь, тоже все на продолжь будет. Желательно здесь всех переводить, чтобы не как-то горд не вступил. Давайте еще вот. Ну, чуть-чуть, если он больше узнает, не понимаете, что ли? Он с ним хочет опять не прожать. Там все равно какие-то бегут, ну, там мало как-то. Антик, он 25 смотрит. Ну, отлично, ладно. Враг разбит. Эта победа достойна величайших полководцев мира. Я чисто победу здесь. Нужно 3 человека вперед, как они потеряли. 30 человек они потеряли. 32 бежали. 32. Спасибо.
А, нет, кстати. Верхлёвым их не захватывает. Враг разбит! Мы одержали победу! Здесь мы укроемся от вражеских глаз. До приказаний? Ух, сколько из нас пишешь на грабли, мы успеем все же, там спить, там лояльно. Мы покорили эти земли. Откроем сразу всех квест по первым делам. Нифига священник. Бить, а вот есть бить. Их ты офигеть, какой священник, надо сказать сейчас. Вот, вот пусть камень не минут пока. Надо всех этих священников здесь устранить. А то они сейчас здесь будут воду носить нам. И второй скажет, что их лучше. Низкий налог 5%, но как 7%. Ну ладно, установите. Так. Деньги у нас здесь. Ожидает пока. Ну вот, вот это блин меньше нам поставлено. Так, видите, что вам не нравится. Экономи. Прятки. Так, священник надо вот это. Двуниками. Уничтожить. А, о! Венка еще есть. Кнопки тут прошли, да? Прямо должными темпами ребята работают. Уже в пути. Мы будем ночевать здесь. Ну, а венецианцы за сегодня тоже два города лишились таким образом. Повстанцы, да, где мы сейчас сохраняемся. Вот так, смотрим, что покровительство может еще. Пока деньги появились, нужно или куда-то их положить. А, мы, кстати, Каринку попробуем. Давайте Каринку расширим, 4800. 4800. Такой нечетный красивый. Большие конюшни, казармы. Мангоу будет там какой-то. Ну, мангоу не особо, мне больше всего не видно. Хотя мангоу тоже, конечно. То есть мои еще не отрывки дизайна могут существенно выглядеть. Вот, ратушу можно построить. И на Ольгу нужно брать, не хочу пока. Я буду сказать, как сейчас построить. Ничего. Здесь надо не настроиться. Ох, есть, давайте кто-нибудь рынок. Да, экономика зашла. Прикольно. Рынок стали. Налоги добычи хватит. Так, что это так? А, кстати, вот чекаемку в чекаре приведу. Это не солидно. И чужие езды распространяют. Так, еще вроде давайте вложимся. Болит, кстати, кушку тоже надо. Вон, да, кушка сначала. Да никакие. Пустик водильщика. Один потратился, добивается еще что можно. Кузница. Чего кузница? Сейчас мне нужно Софии, по-моему, спокойно брать, да? Интеллигент какой-то, а, вот, да, интеллигент. Это что? Что это, да?
такой тебе. Ну ладно, повысишь. Так, какие можно будет сейчас взять тёпника, чтобы у меня были два войска? Вопрос. Если два отряда выполнено, надо бы не... Какой-нибудь такой серьёзный инвентарь, но они бы не выдержали. Так, ладно, мы эту серию завершаем сейчас. Это немножко подождите, что мы стоит. Так, у нас... Офигеть, мы только Шотландии не стоит. Там ещё все живые. А я не перейду так, середину. В общем, рейтинге. По военным тоже где-то, даже не знаю, какой там есть. Ну, кстати, наша военная сила подросла. Могу утешить их. То есть, хозяйственный рейтинг упал. Значит, а вот по территории мы сейчас самая большая держава. Ну и статистика. Один полководца, два замка, 12 областей, в общем, у нас. Выиграны 250, проиграны 9, год 1056, ход 79. А вот там 147 ходов. За это время нужно еще 3 области взять, включая Рим и Иерусалим. Тут по городу, ну я надеюсь. Время уже подойду. Но за последнее время, да? А вы изменили предположение. Ладно, всем пока.